На единый номер 112 в просторечии «Телефон спасения» круглосуточно приходят тревожные звонки, сообщающие о тех или иных ЧП, авариях и других ситуациях, когда людям необходима экстренная помощь. Сотрудники учреждения постоянно повышают свой профессиональный уровень, проводят тренировки, но основная их работа – оперативно принять сообщения и скоординировать работу соответствующих экстренных служб. Вот каким выдался июль этого года для операторов и сотрудников Артемовской ЕДДС. ЕДДС координировала действия с взаимодействующими дежурными службами в 86 случаях. Из них по вопросам ДТП – 1 случай, по вопросам пожарной безопасности – 17 случаев, по прочим – 24. По вопросам нарушения условий жизнеобеспечения – 44 случая. По номеру 112 поступило 1739 звонков, из них 769 ложных, 38 – детская шалость, 116 – справочные, 96 по вопросам пожарной безопасности, по линии МВД 113 звонков, по линии скорой медицинской помощи 217 звонков, по линии единой дежурно-диспетчерской службы 55 звонков, повторных 334 звонка, по вопросам оказания психологической помощи 1 звонок. Всего поступило 1825 сообщений. В очередной раз повторим, если вы набираете 112 ради шутки, помните, что тем самым вы можете отобрать драгоценные минуты у тех, у кого случилось настоящее несчастье или даже трагедия. Ведь в работе спасательных и других экстренных служб время – один из важнейших факторов оперативно помочь. Еще хуже – заведомо ложная информация, проверка которой занимает у специалистов еще больше времени, отвлекая от выполнения ими своих прямых обязанностей – спасения имущества, здоровья и жизни наших земляков.